Вітаю, друзі! У нас з'явився Patreon. Якщо вам подобаються наші відео і ви маєте бажання підтримати технічний розвиток каналу, то ви можете зробити це прямо зараз за посиланням у описі або за підказкою у правому верхньому куті. Гарно дякуємо, шановні шанувальники нашого каналу. Цінуємо кожного! Добрый день, любители, почитатели, критики и подписчики канала Кохви Профессора. Надеюсь, что ваши вот все эти ипостаси соединятся в единую. Поддерживайте наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь, критикуйте или наоборот поддерживайте в комментариях. Все мы это фиксируем, все это читаем. Спасибо вам, да, сегодня вот, кстати, хотел бы поблагодарить, вот количество наших подписчиков перевалило за 2000 человек, да, вот мы потихонечку набираем обороты, на первую тысячу мы выходили чуть больше года, да, сейчас вот несколько месяцев прошло, что свидетельствует о том, что мы все-таки не зря делаем нашу работу, да, и темы, которые мы тут поднимаем, они интересуют наших зрителей, да, со всех уголков земного шара. Сегодня я бы, ну я так понимаю, мы возвращаемся, да, к традиционной нашей вот такой вот рубрике, мы поднимаем на и выводим на свет Божий вот эти вот Атлантиды, да, казалось бы, раздавленные имперским влиянием коренные народы, да, которые вот поднимают, несмотря ни на что, сохраняют свою идентичность, поднимают свою голову. И сегодня мы переговорим с Бесерманом, это национальный активист удмуртского народа, вот правильно я говорю? Да, уважаемый правильно. Гость, да, вот правильно, вот обычно для меня волнующий момент, потому что могу где-то, знаете, как украинский гражданин, да, где-то вот назвать не так, да, где-то там ударение или что-то не так вот выделить, все нормально, да, я не ошибся, да, в вашем нике и в вашем, скажем, социальной активности. Ну, прежде всего, конечно, пару слов скажите о том, что означает, ну, ваш, если можно, да, ваш ник, да. Бесерман, да? Бесерман – это само название малочисленного народа на территории Удмуртской республики, который проживает на севере республики, бесермяне. То есть можно сказать, что это что-то вот между удмуртами и татарами. Там достаточно-таки сложная история у этого народа. То есть, ну, в какой-то момент, да, происходило какое-то этническое взаимодействие, да, из татарами, да, вот, как вы отмечаете. Да, это что, это 13 век, да, или какой-то такой, да? Это эпоха еще Волжской Булгарии, вот еще с ранее. Этого, да, да. Там территория за Казанью, Арская область современная. И когда монголы пришли, уже бесермяне, но мой народ, он, скажем так, перекочевал на север Удмуртской республики, ближе к удмуртам самим. Ну, то есть внутри, да, какого вот этой вот общности удмуртов, да, существует исторически, да, существуют еще какие-то, да, подразделы, да, или как это сказать, точнее, народ в середине народа, да? Ага. Да. Такая вот специфика. Ну, в принципе, ничего удивительного, да, традиционное развитие. Так, ну, Бесерман, уважаемый, ну, давайте вот тогда, в общем-то, начнем традиционно, да, с самого начала, да, вот с первого вопроса, который я своим гостям задаю, да, это вот этногенез, да, вот кое-какую, вы вот видите, мы уже как бы приоткрыли какой-то такой аспект, да. А в целом, вот когда складывается удмурты как этнос, да, вот, как народ, да, ну, народ это слово более такое, мне кажется, более к 19-му там столетию, нация, народ, а вот как этнос складывается, вот когда это было, в связи с чем, какая религия, ну, все, что вот посчитаете, нужно сказать из этой вот древней истории.
Хорошо. Ну, именно конкретно удмуртский этнос начал уже складываться во второй половине первого тысячелетия нашей эры, естественно, на территории реки Вятки. Также следы их жизнедеятельности можно встретить и на реке Чепце. Это вот все современная Удмуртская республика и часть Кировской области. Самое раннее упоминание об удмуртцах, именно как в письменном источнике, встречается у арабского автора и исследователя Абу Хамида Ал-Гаранти в XII веке. Там он описывает жизнь удмуртских племен, скажем так, называя их арами. В принципе, татары нас тоже арами называют, да. Интересное, кстати, да, ары. Это какое-то слово с каким-то смыслом или просто, ну, его значение кануло в историю? Современные сейчас историки говорят, что это связано с тем, что южные удмурты, они находились вот за Казани, арская земля, и вот поэтому ары. А, я понял, да, то есть это привязка, да, к конкретным географическим названиям. Да, да, можно так сказать. Ну, ары, получается, как бесерманы, да, вот я, может, я неправильно понял, да, какой-то народ в народе, да, или... Да, там поздно их начали отличать как отдельные народы. Даже вот, например, когда русские пришли, ну, захватывать наши территории, они нас, в том числе и удмуртов, и большинство других финно-угорских народов, проживающих рядом с нами, вообще никак не отделяли, называли одним словом Пермь. Ну, как вот современный город Пермь есть. И вот вплоть до конца XIV века они нас вообще никак не разделяли. То есть мы были, можно сказать, забыты, грубо говоря. Вот. Финно-угорский, да, я так понимаю, субэтнос, да. Да. Да, вот получается. Близкий по традиции к кому? Вот. К коми, марийцам, ну, вот наши соседи. Ну, да, я понял, ага. Так, ну, я так понял, в наших предварительных беседах мы говорили, что происходило историческое взаимодействие, да, вот, ну, те же бессермены, да, это как бы татарские, да, влияния, и вы-то даже упомянули волжских булгар, да, вот, как да. Народ, который влиял на этногенез, да, я так понимаю. Да. Это у нас какой период, вот, когда чувствовалось это влияние? Это было... Где-то до монгольский, там, не знаю, какой-то. Да, до пришествия монгол, до захвата монголами Волжской Булгарии, там все это активно прослеживалось, это влияние. Даже в нашем алфавите бессермянском до сих пор можно видеть татарские буквы, удмуртские буквы, ну и, скажем так, свои родные буквы. То есть влияние было, да, большое. А религия... И до сих пор... Я извиняюсь, перебил. Ничего страшного. И до сих пор между учеными ходят споры о конкретном происхождении бессермян. Есть две теории, что это тюркоизированные удмурты, южные, и наоборот, удмуртизированные тюрки. Ну, то есть непонятно, где у кого больше там было. Но мы предпочитаем относить себя как отдельный народ. Вот так вот. Ну, то есть не тюрки, да, но и, да, вот, ну, я понял. Да, что-то среднее.
Ну, а вот эта вот близость, она к тюркам вам, собственно, близка, да? Или, ну, или все-таки, да, вот идеи собственной особой идентичности, да? Ну, лично да, собственной особой идентичности все-таки, да. Ну, волжские булгары – это был, ну, единственный такой вот народ доминирующий там. А вот, например, на религию он оказал влияние, да? Волжские ж булгары были первыми там в степи, кто принимает, ну, например, ислам, да? Да, да. Через да, них, это да? было. Ислам, да, наш народ принимал. И южные удмурты тоже принимали, северные уже к тому времени, как Волжская Булгария там развивалась, северные большую часть находились под влиянием русских. Ага, вот, да, я как раз к этому и хотел подвести, да. Новгородская, да, какое-то, или какое там княжество? Да, да, Вятская земля, и туда ходили... люди с Новгорода, первопроходцы, так называемые. Вообще, Вятская земля – это современная часть Кировской области, из-за чего в современных реалиях мы, наше движение, оно, скажем так, претендует на южной части Кировской области, как исторические удмуртские земли. И сам город Киров, по нашим удмуртским же преданиям, был образован именно удмуртами. Уже потом, когда пришли русские, они сначала начали сжигать наши, скажем так, святые места. Куала это вот у удмуртов как бы священное место, как, ну как церкви, как мечети, вот что-то типа такого языческое место. И русские приходили, сжигали, разрушали все эти места, и удмуртам приходилось оттесняться вот на юг. А скажите еще раз для меня лично, название священного места, хотел бы что-то дополнительно посмотреть. Куала. Куала, да, правильно я? Это, да. Ну, какое-то, ну, не знаю, как это сказать, языческое место, да, где совершались обряды, да, или что это? Да, это здание, скажем так, сооружение, ну, вот сооружение, да. А что это было? Это, я так понимаю, север, да, Удмуртии, да, условно говоря, да, где жили да. Север. Это шаманизм или что это было? Нет, это... Например, вот Альберт Разин, думаю, вы слышали о нем. Он называл язычество удмуртов как пантеизм. Такое вот определение привел. Вот. Там система богов достаточно-таки сложная. Изобилие богов, моление богам. Ну, это точно и шаманизм. Ага, я понял. А вот эти вот, ну, практика вот этого сожжения куал, да? Куал, да, правильно я сказал? Куала, да, куал. Это еще домонгольский период, да, вот русские сжигали? Или уже в какой-то да. там... Да, еще новгородцы, да, баловались? Новгородцы, да. Вот такими... вещами, да. Навязывали, да, православие, или как там? Навязывали, да, насильно людей с удмуртских деревень брали, как это обычно у них происходило, в реки их стаскивали, и что-то там своими этими священниками они там делали. Крестили, так они это называли. Потом еще, ну, тоже как и у татар было, когда взяли Казанское ханство, у нас тоже это было, когда центральные удмуртские города, большие поселения, их удмуртов оттуда сгоняли, русские там осваивали все свои места, и нас просто селили на окраинах, на таких неплодородных и, скажем так, диких местах, подальше от русских, вот так вот нас выгоняли просто. Угу. Ну,
Так, ну, это такая вот, практика да, была. резервации, да, какие-то, да, там. Да. Потом сами ж идеологи Кремля постоянно там говорили, да, бедных индейцев в Америке, да, загоняли в резервации, да, хотя получается, что та же самая история была. Да. И характерно. Это вы вот упомянули Казанское, да, ханство, да, которое было вот сожжено в каком, господи, дай бог памяти. Угу. Это уже 16 век, да, или 15-й? Да, середина 16-го. 16. Это, ну, какой-то виток и на вас, да, московского вот этого наступления? Или вы просто, ну, как бы сравнили, да, и... Нет, как раз-таки вот с падением Казанского ханства окончательно удмуртский народ, южные удмурты конкретно, бессермяне, они уже попали все под полное владение Москвой. Хотя мы оказывали, наш народ оказывал сопротивление, потому что, ну, думаю, вы знаете, то, что со взятием Казани все не закончилось. Вот как раз-таки Арская земля, мы вместе с марийцами, с чувашами, мы еще давали отпор русским захватчикам, но в конце концов численное превосходство они все-таки, ну, разбили, да. А вот хотел, то есть получается, удмурты, да, вон, они были до московского вот этого вот прихода, да, вот частью... Да. Вот этого вот, ну, в каком, ну, знаете, вот марийцы, чуваши, татары, да, я общался с их активистами, они вообще говорят об этом периоде, ну, как о периоде не том, ну, что кто-то кого-то там покорял, да, вот они, ну, признают, что была какая-то, ну, была единая держава, даже вот, по-моему, я могу ошибаться, и Дель-Урал они ее называют, да, вот как. Да. И что это был период, ну, равноценного, равноправного взаимодействия, да, тех же татар, марийцев, чувашей, да, вы поддерживаете эту точку зрения, что до прихода русских, да, вот Дель-Урал, в принципе, какая-то конфедерация была, да, а не кто-то кого-то покорял там. Да, я поддерживаю, это было объединение коренных народов Волжско-Уральского региона. И до прихода русских к нашим языческим религиям те же булгары относились с пониманием, спокойно. Не было никаких притеснений, разрушений, выселений насильственных. Ну, потом приходят, да, истовые православные люди, да, я так понимаю. Да. У кого-то, я не помню, даже пару историй читал, ну, тоже, то ли у чувашей, то ли у татар, что даже сжигали, да, там, были практики, когда сжигали на кострах, да, там, и женщин и каких-то, кто сначала покрестился, потом нет, ну, вот такая вот да. История, в принципе, похожа на такой классический колониализм, да, который потом в советской историографии он подвергался таким гонениям, да, вот я вот помню. Как говорил тот же Христос, да, именем которого сжигали, да, бревна в собственном глазу не замечали. Я так понимаю, у вас, да, ну, судя вот по вашим, ну, рефлексиям, да, там тоже это был драматический процесс. Так, ну, получается, было сопротивление, да, вот когда оно прекратилось, да, и в какой форме, ну, и, ну, вот когда прекратилось окончательно сопротивление, да, российскому вот этому напору, да, имперскому, и в какой форме Удмуртия, да, вошла в состав Российской империи, да, на каких правах? Это просто были губернии, да, или что там вот образовалось? Вообще, как я лично считаю, падение Казанского ханства перечеркнуло черту для возможности развития именно национального самосознания удмуртского народа.
как вот, ну еще вот при Иване Грозном, честно скажу, можно сказать, прекращалось всякое сопротивление, потому что удмурты, они по сущности своей не воинственный народ, ну, не татары и не чуваши, это точно. Они всегда предпочитали как-то избегать. Уходили в леса глубоко, пытались как-то спрятаться. Вот. Но в отдельных восстаниях, восстаниях Пугачева, башкирских восстаниях, все-таки, да, участвовали. Просто это не было так массово, как у тех же татар. Потом удмуртская земля стала, ну, Вятской губернией, где активно началось заселение русскими, вследствие чего удмуртский народ начал попросту растворяться. Ну и вот, да, это было вплоть до 1917 года. Вся эта ситуация продолжалась. И вот когда гражданская война началась, там была возможность создать независимое национальное удмуртское государство. Но об этом, наверное, позже скажу. Ну, кстати, да, вот, знаете, ну, я из опыта своего народа, да, там же тоже в революцию 17-го года была попытка создания своего государства, однако вот этому процессу там, ну, вот Украина, да, в конце 18 века, в период екатерининских вот этих реформ, когда окончательно оформляется Российская империя, окончательно Украина и входит. Я думаю, у вас примерно так же, да, вот удмурты, или раньше вот они... Нет, уже... вот так же гражданская война, и тогда, когда еще татары и башкиры, у них возникла идея создать вот штат Волго-Уральский впервые. Тоже тогда хотели присоединяться, но наша проблема была в чем? В отличие от татар и башкир, у нас так и не сформировалась именно национальная интеллигенция, которая могла бы повести за собой. Не было, да, ну, как бы, то, того, что мы называем национальным возрождением. Ну, условно говоря, класса, или как, сословия интеллигенции, которые развивали язык, культуру коренного народа, да, да, и в конце концов идеологию. Такого вот это вот не случилось. В дальнейшем, да, появились там Кузибай-Герт, наш вот удмуртский поэт, писатель, интеллигент. Они организовывали... Это вот было уже 20-е и 30-е годы. Вместе с другими писателями удмуртскими, поэтами, просветителями, учителями, учеными. Они начали... Там 20-е годы – это эпоха коренизации, так называемой, когда большевики закинули эту удочку всем народам, и все повелись на нее. Наши тоже так сделали. Начали вроде как возрождать язык, письменность, все было хорошо. Но потом настают сталинские времена, репрессии, и тут начинается дело Софин, так называемое. Когда вот нашу уже начинающую зарождаться национальную интеллигенцию обвиняют в пособничестве с финнами, с тем, что они готовят контрреволюцию национальную. И Кузибая Герда, других представителей национальной интеллигенции их всех репрессируют. То есть они, большевики, задушили только что зарождающийся росток нашей национальной интеллигенции. Это был окончательный, как по мне, удар. Ну, а почему Софин? Вот что это за такое название, да, вот этого процесса, я так понимаю, сфабрикованного, да? Изначально это было такое общество «Боляк» называлось по-удмуртски. Там просто занимались просветительской работой наши удмуртские писатели.
писатели и поэты. А дело Софин – это так называемый… Софин – это Союз освобождения финских народностей. А, я понял, ага. Да. Да. Придуманное, да, какое-то? Сфабрикованное дело. Когда вот нашу интеллигенцию обвинили в связи с Финляндией, что мы тут сепаратисты, подначиваем марийцев, коми. Вот так вот это было. Хотя просто занимались возрождением национальной удмуртской культуры. О сепаратизме там речи не шло. А вот, кстати, ну немножко вернемся хронологически тогда. Это мы вот просто затронули национальное возрождение поэтов, писателей, интеллигенции. А вот если брать революцию, да, вот 1917-1921, да, вот какая там, как развивалось национальное движение, да? Ну, обычно, вы знаете, вот я так уже могу говорить квалифицированно, обычно вот сначала, когда временное правительство у власти, такое было очарование, да, все говорили о том, чтобы автономия, будем провозглашать автономию в составе демократической России, потом приходят большевики, закручивают гайки, да, все понимают, что их там транслируемое ими право нации на самоопределение, это Филькина, Грамотан, начинают заявлять о независимости, тянутся вроде к белым, но белые тоже такие же имперские шовинисты, да, в общем-то, даже больше. И вот, в общем-то, это и приводит часто к поражению. Да, вот такая вот эволюция была характерна для удмуртов? Или как-то вот в годы революции развивалось там специфически национальное движение? Специфически, так как на тот момент не было никакого не было никакой национальной интеллигенции, в отличие от татар и башкир, наших соседей, которые хотели независимости от Российской империи и Советского государства. Наши деятели, они активно продвигали автономию в составе РСФСР. То есть я считаю, что вот отсутствие этого национального стержня, национального самосознания привело вот к тому, что никто, проще говоря, не захотел бороться за независимое удмуртское государство, потому что не считали, что оно возможно вообще. Так что у нас на территории Удмуртской республики были, конечно, ожесточенные бои, там часто переходило и красным, и белым, но национального ничего такого, скажем так, не было движения. Ну, вот эти бои, да, это разборки между красными и белыми, да, которые… Да, да. Удмуртам, как национальной общности, мало имели отношения, да. И так, тем ну не и менее, что? В будущем все равно обвинили у нас связь с финнами. И все равно нашли к чему прикопаться, скажем так. Ну, тут как бы, знаете, как кто там говорил, да, было бы… Был бы человек, да, что там, дело или… Статья найдется. Да, да, статья найдется, да. Общая канва, да, такая вот тогда была. Да. Ну, а все это, да, не имело, да, никакого под собой основания, да, там, никаких связей там с той же Финляндией не было, нет, да. Нет, не было. Но вот если бы наша тогда национальная интеллигенция в лице того же Кузьбая Герда, по моим предположениям, сбежала бы в Финляндию и вела бы там какую-то работу, то, я думаю, все-таки сохранилась бы национальная интеллигенция, и сейчас было бы легче восстанавливать и национальное самосознание, и прочее, прочее. А так приходится, в принципе, с нуля работать сейчас. А, кстати, вот добились они, ну, вот эти вот деятели революции этой, ну, фиктивной автономии в составе РСФСР или нет? Да, добились, получили сначала Водскую автономную область, потому что раньше удмуртов называли Ватиками, вплоть до 30-х годов. Да. Потом уже, по-моему, в 1934 году уже переименовали Удмуртскую автономную область.
Ну, как по мне, в принципе, только название и было. Фиктивное, как вы сказали, все это было. Потому что удмуртский язык, национальная культура, она оставалась всего только на таком деревенском фольклорном уровне и не получала должного развития. Это понятно, да. Основа даже, наверное, сталинской, не сколько ленинской, да, сколько. А когда это, какой да. год, когда была вот эта Филькина автономия провозглашена? Сама Волжская автономия, она Ну, была хотя бы так. провозглашена в 20-х годах. 20-е В годы, принципе, да, вот как раз ленинско-сталинская вот эта вот модель для коренных народов, да, вот вместе. Да. Вместе с вашей коренизацией, я так понимаю, да, вот, которая вскрыла вот этих вот поэтов и интеллигентов, да, потом их вот по этому делу Софин всех и, да, Прокатили, да. Да. И, как вы сказали, да, к 30-м годам зачистили, да, так сказать, пространство. Обезглавили, да, народ. Да. Ага. А вот скажите, ну, там же ж были, наверное, наверняка, да, коллективизация, да, была, проводилась. Да, все это было тоже. И вот у меня даже, ну, в роду прапрадед был в 1930 году арестован по политической статье. Да? Да, контрреволюция. Точно не могу сказать, что именно там было. Но в моей деревне была, да, коллективизация проходила. Все забирали, ничего не оставляли. Вот так вот. Причем это Было. Самое вот, да, самое такое грустное, то, что у татар, у башкир, у наших соседей, у соседних народов все это как-то вот сохранилось, память об этом. У нас это почему-то нигде никем не фиксировалось, и исторических знаний об этом мало достаточно таки. О том, как это все происходило. Вот оно ж, понимаете, как раз, наверное, и узость, да, вот этого, той прослойки, Да. да, которая могла бы носить, быть носителем этой памяти, да, наверное, тут вот проявилась эта проблема, да. Ну и что, дальше уже 40-е, я так думаю, 80-е, да, года, это что? Вот хотел бы еще упомянуть А, да, 1958 год, когда уже в 1958 году уничтожили, можно сказать, удмуртский язык. Даже вот номинально тут что от него оставалось. Это запрет его преподавания в школах в принципе. Оправдание было то, что слишком много времени занимает, и вообще удмуртский язык – это деревенский язык. Ну, то есть тут я вот, когда это все изучал, четко прослеживал следствия и причины. То, что вот национальную интеллигенцию уничтожили, развития языка не было, и, соответственно, в будущем они потом, ну, большевики, коммуняки, привели это как то, что вот язык не модернизируется, он деревенский, а русский он везде-везде, поэтому удмуртский язык никому не нужен. То есть вот в 58 году уже пошел вот конкретный лингвоцид, я его называю. Ну, в принципе, удивили, вы знаете, ну, я об этом, я это понимаю, да, я об этом читал, просто, ну, по крайней мере, да, в украинской историографии, вот период Хрущева, 58-й, 1958-й, это же Хрущев, да, ну, по крайней мере, знаете, была такая какая-то, ну, симпатия, да, этнографическая, может быть, симпатия, да, и к языку, и к культуре Украины, да, там, Хрущев носил вышиванку. Ну, я думал, что это был период, ну, такого, несколько такого вот, ну, знаете, относительной либерализации. Ну, сделал такой вывод. Выходит, что нет, да, четко. Ну, да. Да, вот получается и при Хрущеве, да, независимо от того, кому он там симпатизировал, да, и
была это оттепель или не была оттепель. Да, в национальном вопросе все стояло, ну, четко, да, курс на русификацию, да, вот получается так. Как ты сказал, лингвоцид, да, правильно, лингвоцид. Я... Да. Так, 58-й год, да, ну и как, да, что, ну, как вот результаты и что, ну, вижу ситуация, да, даже с в относительно других народов худшая, да, условно говоря, зачищенное общественное пространство, да, последовательная русификация ранняя, да, такая, да, ну, у нас вот, допустим, украинский язык на уровень факультатива, он начал сводиться там в 70-х или даже 80-х годах. У вас, я вижу, чуть-чуть, мягко говоря, пораньше, да, вот так вот да. происходило. Ну, к чему это? Условно говоря, чем удмурты встретили перестройку, да, время, когда, знаете, ну, говорят о котором, когда у других народов рассвет, да, определенный ренессанс национальный происходит. Как у вас обстояли, да, ну, дела вот в этот, в советский период развитого социализма и перестройки? Были яркие возможности начинать все возрождать, национальную культуру, язык, но, опять же, наше правительство, скажем так, руководители республики, они не то, что даже этим не воспользовались, я скажу даже прямо, им это не было нужно. У нас не было вот такого движения, как у татар, тем более, как у чеченцев, хотя я считаю, что нужно было доводить до всего этого. Ну, в общем, стагнация тогда была. Полная стагнация. Ничего особенного не случилось, хотя возможности реально были. И некоторые активисты, я знаю таких, они пытались как-то пробиться во власть, проводить акции всевозможные, но ничего не сработало. И вот все закончилось тем, что начались вот 90-е, распад Советского Союза. В 92-м Татарстан объявляет о своей независимости, провели они референдум, и у нас тоже была принята якобы декларация о государственном суверенитете Удмуртской Республики. Я на своем вот телеграм-канале делал анализ этой декларации и пришел к выводу то, что вот в 92-м году, как вот мы 4 ноября празднуем День государственности Удмуртской Республики, все кричат о государственности, я провел анализ декларации и понял, ну, лично для себя, что никакой государственности это на самом деле никогда и не было. Потому что что такое государственность? Государственность – это независимость. А в нашей декларации о суверенитете написано, вот прямо в первых же строчках, на первой же странице написано, что Удмуртия – это республика в составе Российской Федерации. И тут я такой, ну, какой это суверенитет, скажите мне, пожалуйста. Никакого тут суверенитета и не пахнет. Дальше все остальное можно не читать, все остальное – это Филькина грамота. То есть возможности были, но никто ими не воспользовался, верхушка не дала. Ну, я так понимаю, единственный, да, извиняюсь. Единственный такой позитивный момент, именно вот, ну, для моего народа, для бессермян, забыл упомянуть то, что вот в 30-е годы, во время вот переписей, бессермянский народ вычеркнули из переписных листов вообще. То есть вот на момент последней переписи 1926 года нас было вот почти 11 тысяч человек. Потом нас вычеркнули, стали причислять к другим народам. И вот только в 92-м году была восстановлена историческая справедливость. Бессермяне снова вернулись на карты Удмуртской Республики, России. И по последней переписи нас не больше 2000 человек осталось. 2000, ну да, да.
То есть те, кто себя ассоциирует, да? Последний. Да. Ну да, ну, в общем-то, традиционная такая вот составляющая. Ну, вернее, как это, традиционная тоже тенденция, да, для народа. Так, ну и вот что тут? Ну, я так скажу, что декларация о государственном суверенитете, в принципе, это не, ну, как, вот в Украине, да, в 90-м году Верховная Рада приняла декларацию о государственном суверенитете, а декларацию о независимости только через год, да, в июле 90-го суверенитет, а через год... только независимость. Это и такой документ, получается, как я его понимаю, да, он больше об автономии в составе демократической России, да, нежели о, ну, реальной независимости, да, он в принципе, да. Это совершенно другая, как я понимаю, юридическая подоплека, да, вот, я так понимаю, тогда были у представителей коренных народов еще надежды на ельцинскую Россию, да, вот, в 90-м. Да, надеялись, что будет настоящая федерация, но, как видно, ничего не получилось. Да, я так понимаю, первыми на себе это ощутили, ну, я думаю, чеченцы, да, ну, у них там... Да. Другая такая вот тема. А вот, ну, у вас хоть были ростки какие-то в 90-е годы? Или... Ростки были, да. Удмуртский язык возвращался как обязательный для изучения. Бисермане, да, вернулись. Да, да, вернулись. Статистику, да, вошли. Да. Культура начала возрождаться, но вот опять же на таком фольклорно-деревенском уровне. Национальные праздники, в театрах начали ставиться постановки на удмуртском языке. Правда, все это вот происходило вплоть до 2000-х. И у нас президент ведь еще тогда был. Должность президента была, а не главы республики. Декларация, да, давала такие возможности, да, президент, да. Он избирался, да, парламент, да, на это был. Да, госсовет у нас. Но все это вот такое, все эти заигрывания происходили вот вплоть до 2000-х. То есть мы, в отличие от Татарстана того же, мы рано лишились всех этих привилегий, очень рано. У нас уже все, с 2000-х годов все, глава республики, обязательно удмуртского языка в школах нет, даже факультатива никаких нет, особенно если мы говорим о крупных городах. Ну вот, знаете, я там с представительницей Коми беседовал, да, в свое время. Она говорила, что, ну, был еще там факультативный. Да, у вас даже факультативного не было, да, изучения. Да, все очень быстро убрали они. Может быть, где-то вот в деревенских, в селах, там, на окраинах все это сохранялось, да, но не в больших городах и даже не в средних. Это ранний Путин, да, я так понимаю. Да. Ну, для меня, ну, может, я ошибаюсь, такая точка, когда он начинает прямо конкретно наезжать, да, на национальную вот эту автономию, она и так, наверное, не была, вот как вы правильно сказали, прямо такой уж, таким уж подарком, да, а вот да. После Беслана, вот 2004 год, когда вот меняется его риторика, он фактически начинает обвинять, ну, восстанавливать империю, да, ну, вот я не знаю, тут я не буду утверждать, конечно, такой вот момент. Ну, да, вот. Ну и как вот сегодня, да, вы трактуете, как... Ну, я так понимаю, опять зачищенное, да, пространство, да, в котором нет никаких возможностей, да, для... Или для национального развития, да? Или может... Пространство не сколько зачищено, оно отравлено, я бы сказал. Потому что сейчас в Удмуртии у нас... Вроде как есть, скажем так, национальные организации, тот же Удмурт-Кенеш,
Но проблема в том, что, ну, как это всегда бывает, это прокремлевские организации. И даже сам Альберт Разин незадолго до его гибели говорил, что Удмурт КНЭШ превратился в проправительственную организацию, что они не думают о национальном самосознании и культуре удмуртов. Ну, в общем, вот, только на бумаге все это для вида сейчас производится. Снова, да, вот мы у нас фигурировали, да, вот эти понятия Филькины грамоты, да, советского периода, да, вот, собственно, все оно возвращается, да, на круги своя, условно говоря. Еще такая интересная ситуация. В 90-х и в начале 2000-х Удмуртия могла строить взаимоотношения, ну, с финно-угорскими странами, с Эстонией, с Финляндией, с венграми. И проводились даже на территории нашей республики мероприятия, встречи этих народов и стран. Но вот, как вот вы сказали, когда Путин начал возрождение этой своей империи, нас чуть ли не снова начали обвинять в связи с финнами, с западными агентами, кого-то из наших активистов начали обвинять. Ну, в общем, все по новой почти чуть ли не началось. И сейчас таких встреч нет вообще. Ну, понятно. А вот, кстати, идут по этой линии, ну, какие-то репрессии, да? Да, пойдут, да, вот не случайно ж мы с вами сейчас вот именно в таком режиме, да, общаемся. Ну да. Я так понимаю, к этому есть угроза, да? Да. Ну ладно, не буду, я, в общем-то, все понимаю, да. Ну, война в Украине, да, она... Как бы, думаю, вот что там, мобилизация, да, или эта тема как бы болезненная? Вот, удмуртов как там, забирают больше? Ну, знаете, многие говорят о том, что бьют по... Если... Ну, как... Да-да, ладно, молчу. Если говорить по Волго-Уральскому региону, конечно, там лидируют Татарстан, Башкортостан, но и Удмуртия, скажем так, не на последнем месте по сравнению с русскими и центральными регионами России. Сел очень много тоже, с деревень. Видно, груз 200 приезжает, в столицу не так много. Но забирают активно, да. То есть, ну, чувствуете, да, вот какую-то в этом смысле, ну как... непонятную или понятную, да, и прогнозируемую то есть несправедливость, да, как скажем так. Да, еще такая интересная ситуация именно в нашем городе, в Ижевске была, когда, наверное, впервые народ очнулся и начал что-то до чего-то догадываться, весьма такая комичная ситуация, конечно. Один наш торговый центр в Ижевске решили закрыть и переоборудовать в завод по строительству беспилотников. И самое такое, что это торговый центр, ныне завод, он находится в окружении жилых домов. И это уже было сделано, когда украинские беспилотники начали долетать до Москвы, до центра России, и все начали как-то задумываться. Почему, зачем и что это такое вообще? Вот так вот. Ну, я думаю, такие опасения не беспочвенны, да, вот. Ну, я как-то... Да. Я понимаю, о чем идет речь, да, и я бы так вот рекомендовал, ну, в этой ситуации, конечно, поберечься. Так, ну и вот я не знаю, вот стоит ли говорить о перспективах, ну, может, какой-то вот это последний, да, вот вопрос такой традиционный, может быть, как-то вот охарактеризуете ваше видение будущего, да, вот развития этой ситуации, к чему вы стремитесь, в конце концов, да, я как национальный активист, да, что вы видите результатом работы, да, ну, вот, что там в будущем? Оптимизм или пессимизм? Как там?
самый главный результат, который я вижу для себя в будущем, это создание независимого национального удмуртского государства. К этому сейчас ведут многие ступеньки, которые мы стараемся прокладывать первоочередно. Это, конечно, пробуждение национального самосознания удмуртов. А для этого нужно консолидировать вокруг себя национальную интеллигенцию, которая у нас, в принципе, уже есть. Просто ее нужно, им нужно показать, что независимое удмуртское государство – это будет процветание, настоящий прогресс для всего удмуртского народа. То есть мы сейчас ведем работу, сейчас больше, конечно, пока информационную, но планируются, скажем так, и действия некоторого рода. Для того, чтобы показать, что мы не кучка маргиналов, а то, что мы настроены серьезно и решительно добиться независимости для Удмуртии. Будете взаимодействовать там с Казанью, с теми же чувашами в этом вопросе, с башкирами? Есть вот взаимодействие? Или вы, ну как бы, все-таки... Да, мы уже, да, с самого начала начали взаимодействовать с чувашами, с нашими соседями, с марийцами, с коми. И сейчас мы пока, скажем так, нарабатываем силу, энергию, и в будущем уже надеемся на представительство в том же альянсе, и, ну, уже планируем выходить, скажем так, в свет активно. Ну, я понял, да. Ну, то есть, вот такой вот независимость, да, как главная ваша задача и цель. Ну, в принципе, вот как вот, что тут еще скажешь, да, если волнуют вопросы национальной идентичности, да, то вот опыт, да, мне кажется, двух ваших автономий, да, он показывает, что российская демократия не может обеспечить, да, ну, как бы, вот эти возможности, что рано или поздно, несмотря на все декларации, выскользают, да, вот, скользят в сторону империи, да, доверять в будущем, не знаю, ну, даже вот если там завершится война падением режима конкретно, да, Путина, которого можно считать просто как единственного неповторимого неоимперца, а однако мне кажется, что это действительно какая-то система, да, и первым неоимперцем был все-таки не Путин, а Ельцин, да, вот. Ну да, независимость получается, если говорить о развитии не только в каком-то там этнографическом смысле народа, да, это, по-моему, единственный такой вот реальный просвет, да, вот получается. Согласны с этой мыслью? Или что-то сегодня в ударе так прямо... Ну, да нет, все правильно, да. Просто вот уже вижу, да, вот у меня уже много интервью, да, вот формируется. Вот постоянно, да, предстает вот трагедия, да, одна и та же, да, в том числе вот родной для меня Луганщина, собственно, с которой вынужден был бежать, да, вот. Вот оно все предстает в одном и том же ключе, да, ну, плюс-минус, да, есть вот народы, как у вас, да, там, с таким невыраженным национальным возрождением, есть более, так, может быть, выпуклые, ну, те же, там, казанские татары, да, например, или чеченцы. Но, однако, проблема одна и та же, да, вот, поэтому я вот... Извините за излишнюю, может, философию и добавки такого авторского текста, да, в ваше... Ничего страшного. ...интервью. Ну, Бисерман, я благодарю вас за ваше участие, да, за вашу беседу, за вашу откровенность. Я ее ценю, потому что понимаю ваше положение, да. Надеюсь, в будущем вот мы будем развивать наш диалог, наше сотрудничество. Да, обязательно. Еще раз благодарю. Тогда до новых встреч и желаю вам удачи в вашей... Да. До свидания. Спасибо.
Спасибо. До свидания.